Горожане, в особенности автомобилисты, заметили, что сейчас на основных улицах города Ленина, Интернациональной, Луначарского, Гоголя, Толстого, Победы проходит ямочный ремонт. Как показывает практика, после зимы прошлогодняя работа дорожников сводится на нет. И дело вовсе не в качестве проведения ремонта, устарели технологии. Сейчас асфальтирование выбитых участков дороги проводится по новым технологиям, что позволит сделать покрытие более долговечным и, соответственно, сэкономить выделяемые на эти цели бюджетные средства. Накрывается бункером, под которым находятся инфракрасные излучатели, которые при большой температуре оплавляют кромки старого асфальта, делать лучшую сцепку нового асфальта со старым. Далее добавляется в разрыхленный асфальт добавляется пластификатор, также который улучшает эластичность покрытия. Через определенное время, которое занимает 5-7 минут, прокатывается катком, и через 20-30 минут уже используется полотно для проезда транспортного средства. В общей сложности с применением новых технологий планируется отремонтировать порядка 120 квадратных метров городских дорог.